Всем привет! Решила записать видео в цикл «Как путешествовать по Испании самостоятельно». Сегодняшнее видео у меня посвящено лайфхакам для путешественников, которые собираются посетить сафари-парк на Майорке. Итак, лайфхак заключается в следующем. В сафари-парке на Майорке есть несколько животных, ради кормления и наблюдения за которыми все туда едут. Это жирафы, бегемоты и обезьяны. Почему именно эти виды животных? Потому что наблюдать за их кормлением особенно интересно. Так вот, в сафари-зоопарк можно поехать двумя способами. Оба способа одинаковы по стоимости, но абсолютно разные по впечатлениям. Можно поехать вместе с группой туристов на открытом автобусе. В этом случае вы будете наблюдать кормление животных, таких как жираф и бегемот. И, возможно, еще увидите страусиное яйцо или что-то в этом духе. Если вы отправитесь в сафари-парк на своем автомобиле, то вы можете взять с собой фрукты, бананы, яблоки, морковку, желательно, конечно, бананы, и вдоволь насладиться общением с обезьянами. Потому что только в случае, если вы поедете на своем автомобиле, у вас будет возможность покормить обезьян. Конечно, не с рук, но они облепят машину полностью. Я дам ссылочку в описании на видео, в котором мы это сделали на арендованном автомобиле, что из этого вышло, насколько это было весело и классно. Но, собственно, это не самый главный лайфхак, который я хотела сказать. Если вы поедете в сафари-парк на Майорке на арендованном автомобиле, то приезжайте туда ближе к 5 часам вечера, ну, примерно 4-5. Почему именно в это время? Все дело в том, что экскурсионные открытые автобусы отправляются примерно с 11:30 до 4 часов вечера. Дальше парк полностью ваш. Там не будет толпы туристов, вам не нужно будет ждать, когда этот автобус проедет дальше. У вас будет возможность насладиться им в тишине и спокойствии. Поэтому, если вы поедете туда на машине, едьте ближе к вечеру. Вот такой вот сегодня вам лайфхак о Майорке. Ну а мы продолжаем свое путешествие и снимать видео для вас. Вас впереди ждет еще и полезная и интересная информация. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Пока! И сегодня день рождения у моего любимого супруга, с чем я его тоже поздравляю. Ура!